Перед началом ролика хотел вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте наконец-то снова конкурс, новиночка, так сказать. Разыгрываем мы ключ на игру в Стиме Rising Storm 2 Вьетнам. Спасибо большое за спонсорство данного конкурса. Довольно-таки давно у нас конкурса в группе ВК не было. Хотел как раз сделать. Уже через день-два хотел там свой конкурс выпускать. Решил не ждать спонсорства. Но вот тут прилетает просто ключик от спонсора. И доброе утро, как говорится. Здравствуйте. Поэтому вот такой вот конкурс, такая вот игрушечка. В группе ВКонтакте моей проходит сейчас конкурс. В закрепе, если что, висит конкурс. Поэтому сможете всегда найти с телефона, с компьютера. Ссылка также на группу ВКонтакте будет в описании под этим роликом. Всем желаю удачи, народу участвует мало, шансы выиграть большие. Всем желаю приятного просмотра. Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. Зару нету. Я, короче, блядь, затарился, просто вы бы знали. Бля, мы пизда. Заебись. А, ему пизда, все равно он умирает. Все, он умер? Я понял. Я снова поднимался на. Мне надо было это, да, что-то там? Хуйню в ебени, да, какую-то? Мне надо было одеть вот это. Все, одели уже за меня. Все, да, я понял. Я забыл про радиацию. Для меня это просто вообще незнакомо. Радиация, вот эта вся хрень. Для меня это просто вообще не знакомо. Вот тема сталкера там и так далее. Где я? Вот снайперская винтовка. Во. Ага. Вовремя, блядь. А у меня нету глушака. Давайте повторим. У нас есть 15 минут, не больше, чтобы открыть гермозапор. Если не успеваем, отступаем на базу. Я тут подумал, почему бы нам не взорвать его, а, господин офицер? Красновато тут наверху торчать. Кто идет? Может, конечно, и крыса. Со слухом у меня порядок. Были же шаги. Убитый! Блять, промахнулся. А, это все-таки этот был. А, нет, это просто фонарь. Понятно. А сверху-то их больше было, в принципе, как я и думал. Как я изначально и хотел сказать, но что-то сказать. Завалить их всех. В итоге начал стрелять. А, они труп увидели, точно. Там без вариантов было.
чё, блядь, слепой, что ли? Мужик, ты чё? Въебался. Так, как наверх залезть надо? У меня там тоже пацаны сверху. Остались незалутанные. Хотя типы там падали вниз. А, вот есть тип. Опа. Опа, заметка. Помню, как я радовался, встретив в пустом городе Бурбона. Такого же живого, теплого человека, как и я сам. Куда делось это чувство? Тут на поверхности, среди мертвых камней и окаменевших костей, опасность исходит от всего. От мутантов, от вонящей радиации почвы, от зараженного воздуха. Все же, даже тут нет ничего опаснее человека. И стоит там отвоевать у враждебного нового мира хотя бы клочок земли, мы устраиваем на него, на нем не колонию, а крепость. Бля, вот Артёмыч, думаешь ты правильно, братан. Правильно ты мыслишь, бля. Президента тебя надо, нахуй. Блять, где? Ну. Понятно. А я думаю, кто пиздит, кто пиздит. Не пойму, куда смотреть. О. Нахуя это делать? При приготовлении... Пей приготовленную... Не понимаю. Ты там то ли пей, то ли приготовь. То ли бей, то ли беги. Опа. У меня фул, я затарился прям полностью. Ой. У меня тип, походу, еще и замерзнуть мало может. Ой. Наебнулся. Бивает. Понятно. То есть у меня челик еще и тут. А, чё, понятно. Я так и не проверил, может ли у меня челик замерзнуть или нет. Может, ему от холода тоже хуёво станет. Ну, бля, то, что... То, что я выбрался уже охуенно, на самом деле. Везде горит огонь. Если горит огонь, значит, люди были недавно. Правильно? Правильно. Нихуя ты. Вот тут он быстро. Давай, Вадим, проход, блядь. Сука. Да куда ты съебался-то? Ну, более-менее нормально я там сложил типов. То есть можно было обойти немножко. Понял. Пиздата. Жопа еще ко мне, блять, упал. Че тогда этот чувак там из... Который убегал. Ой, ебаный в рот. Вышел из этого, из укрытия вышел. Сидел бы туда и все, че он там, блядь, бегал. Против тех летающих чудищ нельзя же на открытой местности стоять. А тот мудень просто почему-то выбежал и все. Хотя у них тут там база рядом. Даже эти нацисты. Ну, как их тут называют.
Странно, что они с красными воюют, да? Они ж типа, там, у них вся нация охуенная, они против всех, наверное, должны, нет? Захватывать там туда-сюда. Бля, чё сейчас странно, короче. Так, у кого-то тут кровь. Что такое? Что такое, фиксики? Большой-большой секрет. Где? Где кто? Вы про кого, мужики? Ну, вот здесь. Точно шевелилось. Странно. Точно шевелилось. А, у меня полно. Теперь тебе крышка, гад! Сука, красная нашего убил! Ну там туда наверх. А наверх тут, наверное, уже нет смысла подниматься. А, нет, есть. Понял. Значит, идем сюда. А дальше мы идем туда. А что было бы, если бы я... А, тут ничего нет, оказывается. То есть получается... Ну да, здесь нихуя нету, поэтому я правильно пошел. Кажется, что я правильный выбор сделал. Но вот этого уебана его вроде не убить никак. У-у-у. Отлично. Патрики. Где он? Ой. Иди нахуй! Иди нахуй! Я специально за стенкой там встал, блядь! Ой, игра, блядь, помойка ебаная. Я специально, блядь, за стеной встал, чтоб он меня не наебнул. Понятно, блядь. Хуета нахуй. Ну, блядь, раскусил, раскусил. Фашисты спешили сюда, чтобы покончить с защитниками проклятой. Они даже не хотели потерпеть, дождаться, пока за них это сделают монстры. Конечно, все ради станции. Ради жизненного пространства. Вот только беда. Кем заселить станцию, которую они освободят? В метро родится так мало детей, а тех, кто успеет вырасти, по пальцам можно будет счесть. Сухой говорил мне, раньше в одной только Москве жили 15 миллионов человек, а теперь нас осталось всего 50 тысяч и в метро, и может на всей планете. Но мы продолжаем убивать друг друга. С таким упоением, будто у нас все еще миллионы. От 6 миллиардов человек, которые жили раньше на Земле, осталось только пепел. Пепел и пыль. Они лежат вокруг нас, хрустят под нашими ногами, притворяются песком и глиной, снегом и грязью. А мы поливаем их пепел свежей кровью. Будто надеемся, что на такой Земле может что-то вырасти. Ебать, 15 миллионов и 50 тысяч. Просто можете представить себе эту цифру в голове? Блять, охуеть. Это ж пиздец. Вдумайтесь просто. И вот реально. Сколько бы нас не было, в любом случае, они еще за это воюют. Просто нахуя, вот реально, я не понимаю. У них реально есть враг, это монстры. Серьезно. И они не хуярят их. Почему? Я реально не понимаю этого. А мне куда идти-то? По итогу. Можешь мне какую-то сигнальную ракету выпустить? Типа там, эй, я хай, блядь. И все в таком духе. Типа, полис. Мы вас пердолим. Е-е-е. А вот куда-то наверх идет. Ракета какая-то. А, нет.
Здесь что? Здесь хуй ты. О! Патрики. Тревога! К бою! Что? Тревога, графы! Где графы? Видела того! Надо искать! Нет, видишь его? О, тут еще есть люди. Серьезно? Походу наверху где-то. Как я понимаю. Я слышу, что здесь какой-то... Я слышу какой-то... Что-то типа телека. Где они были? Я не понимаю. Реально. Диджей. Достижение получено. Если вы слышите это сообщение, наша станция пала и захвачена ударом. Кто слышит этот сигнал, последний выживший. Все, кто прикрывал эвакуирующихся гражданских, погибли. Вы должны обрушить туннели. Гермозатвор не задержит их надолго. Это был командир. А кому это сообщение было? Полис кто такой? Полис типа главный? Я так и не понимаю. Тут есть чуваки, которые разговаривают. Но кто они и где они, я не понимаю. Я слышу где-то телевизор. Непонятно. Где? Где, блядь, что? Я реально не вдупляю. Может, у меня глюки? Блять, может, у меня глючит меня, ну? Или их вы тоже слышите? А подожди, а вот этот... А, здесь я был, нет? А, все, базар. Не понял. Это мы на следующую станцию перешли? А, нет. С этой... С этого места мы начинаем? Серьезно? А почему он дышать-то не может? Ёбаный кот.
Места те же. Бля, скипаем. Я могу это скипнуть? Ну что, вниз надо? А, походу я куда-то туда иду сейчас, да? Или нет? Ну смотрите, я нахожу какие-то новые трупы. А значит, я иду, наверное, куда-то правильно. Раз нахожу эти трупы. Ёбаный урод. А это этот. Я думал, это бомба. Это радиация. Лестница какая-то. Ну-ка, пойдем на лестницу. Были. Здесь мы, в принципе, все сделали. Антонио Бандерас. Так, вот тут еще что-то, да, есть? Там смерть. Там тоже смерть. Здесь нихуя нету. Или тут что-то я не нашел все-таки. Я что-то не нашел. Я, блядь, реально не понимаю, что надо сделать. Здесь я типов сложил. Здесь что? Здесь уже какая-то другая дыра, в которой я не был. Ну, давай прыгнем. Угу. Опа! А вот я и нашел, блядь, дырку. Ищем дырку 20 минут. Серия называется. Фиксики, большой-большой секрет. А кто такие? Фиксики, большой-большой секрет. Да давай, ебалась ты не нахуй. Да, блядь, заткнись ты уже, сука. Там, блядь, кто-то фонарем светит, я увижу. Ты меня не наебешь. Ну все, теперь тут никого. Проверили. А, блядь. Что за музыка играла? Так, ну я так понял, некоторые комнаты просто бесполезны, там нихуя нету. Ждем победы. Вот этот, который Великой Отечественной, да? Да. Странно, что эти нацисты не сорвали.
лежит. Я понял. А, вот для чего там для музыки это было отключение музыки. Я не нашел ключ. Ощущение, как будто тут зомби, блядь, какой-то здоровый сейчас выйдет, нахуй. Я где-то, значит, ключик проебал. Ну и да ладно. И хуй с ним. Правильно, правильно. Я, блядь, каждый угол пытаюсь обшарить. А чё толку? Так. Блять, этому похуй, да? А, нет, они стреляют в них. Они знают, что я тут, да? Ебать, он здоровый. А, не, я убил. Я слишком маленький, до меня не доебаться, мужики. Я милипиздрический. Милипиздрического размера я. Так, вот там, наверное, где-то мы были, да? В начале. Так, нахуй я тогда убивал этих? А. Явно не вниз. Внизу нас ждет только смерть. Так, здесь прятаться, я так Ну внизу нет, там вода. Тут смысла нет. Так, а куда? Может, налево, вместо право. Да влево тоже нихуя. А, нет, есть хуя. А, вот. Есть хуя. Да, контрольная точка. Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. А, или он к полюсу все-таки идет, или нет. Полянка. Полянка, русское название. А че ему так плохо? Кто идет? Эй, рот красный! Выходи! Тогда не больно убьем! Ну, блядь! Не берет его. Все. А здесь что? На нахуй. Как семья, блять. В заброшенном что-то там. В заброшенном там чего-то там будет он нас ждать. Я думал, он нам сейчас откроет. Или мы ему откроем. Там кто-то светит, что ли?
Чё? Темно вроде было. Ёб твою. Ещё одна ловушка. О! Мы все носим броню. Снимаем бронежилет, раздеваемся догола и все равно остаемся в панцире с головы до пяток. Мы боимся раскрыться перед другими, боимся показать свои чувства. Боимся, что другие догадаются, что мы думаем. Мы прячем свои лица под противогазами, но под резиной тоже маски. Ульман Балагур, непробиваемый оптимист. Я увидел его настоящее лицо только когда убили его боевого товарища. Смертельно усталый, почти отчаявшийся, вот каким он стал. Всего на секунду. А секундой позже он снова нацепил свою броню и снова стал весельчаком. Я не стану лезть ему в душу. В метро это не принято. Я никого не пущу свою. История Артема Маркарана. Маркарена. Россия для русских. В смысле? Рейх? Блять, я вообще, короче, не понимаю. Это свет включает, выключает свет. Свет выключил. А, это, блядь, костер потушился. Короче, хуй знает, что делают. Бля, я запутался. Значит, тут суть нацистов в другом, что ли? А красные тоже тут совсем другие. А красное, значит, тут тоже другое значение имеет. Я, короче, хуй знает. Что? Кто здесь? Эй! Непонятно. Там вроде... Кто? Стой, кто идет? Кажется. Поверху, значит. Здравствуй. Сталкер рассказывает, чем зону. Здорово. Я не шарю за сталкер. Я когда сталкер день Чернобыля запустил, поиграл 50 минут и вырубил нахуй. Мне не понравилось. Но когда-нибудь надо будет, наверное, пройти его. Придет время когда-нибудь, чтобы я прошел эту легендарную игру. А так я первый раз в метро прохожу. 100 лет уже в метро не играл. А я вот первый раз играл.
Да, блядь, давайте патроны тирваш. Сучки ебаные. Сучки ебаные. Ебаные сучки. Кто-то еще там. О. Патрончики. Так, это я тут был. Да, я тут складывал типов. Или нет? А, это... Ну да, 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 это дыра была. Так. Так, а там я тоже был. Подожди-ка. Или не был? А, я был, да. Я тут проходил через низ. Тут разъебанные двери. Тут тоже, видим, была какая-то станция. Теперь она уже занята другими. Ой, тут дохуя. Думал, там три. Ой, блядь. Камбэкайте мне пули, уроды. По 7 пулек дают. Хуяся. Лучше не тратить. Хотя смысл нам и дают, если... Смысл в том, чтобы не тратить их. Тут нихуя нету. Хм, фонарик на фуражке. Гениальный мувмент. Гениальный мув, ебать. А, вот, вот тут он был. А чё ж у нас не подождал-то? Вот крыса нас бросила, прикиньте. Крыса какая. Грязная крыса. Грязная крыса. Имею вес как по ветке. А здесь я брал, подожди. А это получается... Ну да. Закрытый вход был. Так, а где я был, где я не был? Сюда я ходил, да? Да, здесь я шастал. Получается, нам вот сюда, наверное. Хотя я тут я тоже был. А, или не был я. А, был. Угу. Дыши, брат. Это что такое, блядь, было сейчас? Хуя себе. Выдал, блядь. Сейчас что-то... Подсос, блядь, какой-то. Метро отучает людей верить в чудеса, зато учит жить без надежды. И все же иначе, чем чудом, я не могу объяснить даже себе то, как пробрался сквозь заполненный фашистами лабиринт черный. Меня будто вел кто-то. Может быть, неистребимая моя идиотская надежда? Может, сама судьба? Это был твой дух, братанчик. На будущее, чтоб знал, блядь. Ну и мой скилл. Как без него? Без него бы тебя просто... Пульчик, все. Съебался. Спать. Ёбаный рот. А, блядь, толк. Аптечки. Фуловы. Аптека вся фул. Аптека вся во мне, блядь. Кто понял, тот понял. Артём, братишка, ты это сделал? Здорово. Залезай сюда и передохни. Да, тут передохнуть надо, надо. Ты что-то все пиздец прям заебался. Скоро мы будем в полисе.
Нихуя себе мотики тут я ебу. А как нас низ не цепляет? Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое. Что-то страшное. Страх. Кто это говорит? Что он делает? Страшная вещь, да? Но на самом деле она не злее, ну, скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно. А где этот чувак, кстати? А, он там остался. Что я чувствовал в тот миг? Я падал с ног от усталости. Во, полис. В то же время не мог сдержать улыбки. Во, полис. Я справился. Я доставил послание Хантера в полис. И теперь судьба моей станции была в руках куда более сильных, чем мои собственные. Я выполнил свою миссию. Полис. Это типа как главная, самая главная станция, типа центральная или что? О, арбатская ебать. Я тут заряженные типы, бля. Не фашистен, приехать захватить ваш станция. Ульман, ты что ли? Бать, повезло тебе, что Иван Петрович тут нет. Он бы твоего юмора не понял. А это кто с тобой? Парнишка с северных границ. Веду его с черной. Ну ладно, проезжайте. Бля, тут типы заряжены. Ну, всё-таки как-никак центр. Конечно, заряжены. Сюда все, наверное, хотят попасть. Да и продовольствие, наверное, сюда все везут. В основном. Ебать тут. Вот это я понимаю, блядь. Почему все живут там где-то на других станциях? Вот, блядь. Сюда все идите и все. В чем проблема? Что, зэки? Резко. Хоп! И выходит. Ха-ха-ха, смешно. Сейчас мой... Пустота в моих руках превратится в пистолет, блять. Добро пожаловать в полис, капитан Краснов. Вы к нам издалека, да, молодой человек? Откуда именно? О, Спарта. Он с ВДНХ. Что же он сам говорить не может? Слушай, капитан, парень впервые в полисе. Тебе лучше не знать, через что он прошел, чтобы донести послание Хантера Мельнику. Так что давай без этой твоей фигни. Ладно, ладно, переодевайся. Вот одежда. Вы можете оставить свою амуницию тут, ничего с ней не случится. Ты передохни пока, Артем, а я разыщу Мельника. Надеюсь, он не на задании. Да, Ульман, и не забудь поскрести себе спинку в химическом душе. Нужно деактивироваться. Да не забуду, не забуду. Забудешь с тобой, как же. А то смотри, двухголовые детишки родятся. Идиот. Здорово. Здорово. О. Сколько я, сколько себя помню, мечтал попасть в полис. Человек от злой и беспросветной подземной жизни мельчает, звереет, дичает. И только в полисе ему удается оставаться похожим на тех великих людей, которым удалось покорить целую планету. Полис – последнее пристанище ученых, профессоров, артистов.
все, кого на остальных станциях сочли бы никчемными дармоедами. Последняя цитадель культуры и цивилизации. И еще по легендам, там круглые сутки горел электрический свет. Совсем как это было в нашем невозвратном прошлом. И Полис не подвел меня, не обманул моих ожиданий. Огромный, сияющий, вычищенный до блеска. Настоящий подземный город. Его четыре станции, соединенные воедино, напоминают залы древних храмов из книг по истории. Просто находясь здесь, ощущаешь какую-то необыкновенную энергию. Начинаешь верить в то, что человек еще сможет однажды подняться с колен. Если есть во всем метро кто-нибудь, кто сможет спасти ВДНХ от нашествия черных, таких людей я смогу найти только здесь. О, нихуя себе, блядь. Пиздатая тема, нахуй. Я тут, блядь... Я в туалет хочу. Раньше надо было, а пока подождешь. Ну, папа! А, это он тут? Никаких ну. Ну, а потом я просто ждал их на черной. Кстати, фашисты ее все-таки захватили. Явно подползают все ближе. Налетай, разбирай. Покупка. Где он? Товарищ полковник, докладываю. Вольно. Артем? Я Мельник. Полковник Быстренко. Сюда. Мельник. Все ясно. Спасибо, что сумел дойти. Это почти подвиг. Я созову срочное собрание. Тебя пригласят на него тоже. И ты им все расскажешь. Все члены совета, пожалуйста, соберитесь в зале заседаний. Повторяю, всем членам совета просьба собраться в зале заседаний. Проводи парня в зал заседаний. Что там было написано? Закрывай двери. Не, ну вот на кой ты так накидался, братела? Ебать. За тебя! Кого ловишь, блядь? Что совет отказался помочь твоей станции. Мне просто стыдно за их трусость. Но Полис еще не все метро. Есть и другие люди, которые встанут на защиту метро от черных. Слушай меня внимательно. Охотники обнаружили сохранившиеся ракетные базы в Московской области. Может, нам удастся привести одну из них в порядок и нанести удар по логову черных. Мои разведчики обнаружили нечто похожее недалеко от ВДНХ. Беда в том, что запустить ракеты можно только из командного центра, который находится где-то в Т-6. Но где, мы не знаем. Но мы хотя бы знаем, где искать информацию об этом. Прямо над полисом, на поверхности, находится гигантская библиотека. Это очень опасное место. Но в ней есть тайный военный архив. Нам нужно туда попасть. Ты поднимешься прямо отсюда. Я пойду вперед. Доберись до входа в библиотеку. Я буду ждать тебя там. Да, и вот еще. Возвращаться мы будем не сюда, а сразу на базу Спарты. Мои люди встретят нас там. Так, а что, есть что-то? А что, в чем отказали-то? Я так и не понял, в чем нам отказали. Решение совета стало для меня ударом. Но план Мельника подарил мне надежду. И вот вновь я отправлялся наверх, в город, искать секретный командный пункт.